Добрый день, меня зовут Глеб Спиваков. И сегодня наша пятая тема – это тема «Здоровый иммунитет». Иммунитет – это естественная способность организма бороться с враждебной окружающей средой. И, конечно, иммунитетом это является наша кожа, да, которая защищает нас. Если условно взять, что у нас организм чистый, а вокруг вся окружающая нас среда, она враждебна. И вот первое, кто защищает нас, это наша кожа. Да, это... Но важно понять, что внутри нас есть мощные солдаты, да, наша иммунная система, это все наши клетки иммунной системы, это комплекс взаимодействия всех органов. И я скажу, что та модель, которую я разработал, мы ее полностью внедрили в нашей семье. В нашей семье и в нашем окружении. И я скажу, что наши дети практически не болеют. Мы сами также практически не болеем, потому что иммунная система эффективно справляется с этим. И иммунная система, конечно, когда говорят об иммунной системе, говорят о питании и физических упражнениях. И это, конечно, правильно. Но мы добавили в эту модель, во-первых, специальные тренировки. Тренировки, которые моделируют взрыв иммунной системы. Потому что очень важно понять, что не любые тренировки, они на самом деле помогают иммунной системе развиваться и восстанавливаться. Очень длительные, тяжелые тренировки, они, наоборот, садят иммунную систему. Именно поэтому модель тренировок, круговых тренировок, о которых вы уже слышали в предыдущих ключах, Monastic Cross, это тренировка, которая длится всего лишь 30 минут. 30 минут, где происходит такой очень интенсивный такой силовой аэробный и анаэробный тренинг, в процессе которого происходит такой, знаете, импульс, такой вот как бы, как такой пробуждение иммунной системы. И также у нас в нашем клубе у нас сауна и специальная кнайп-терапия, такое холодное обливание, когда вы нагреваетесь в сауне, и тогда кровоток идет, и лимфоток, потому что очень важно, потому что лимфа, она тоже играет большую роль в иммунной системе. Очень важно сделать этот отток лимфы, потому что лимфу еще называют канализационной системой. Грязная лимфа, она садит, она подавляет иммунную систему, потому что сауна и резкое такое охлаждение. Сауна, нагревание и резкое охлаждение. Именно специально в нашем клубе создана такая модель нагревания в сауне и охлаждение через такую холодную бочку. И в этот момент иммунная система как бы воскресает. Дорогие друзья, я хочу сделать вам подарок. Это комплексная тренировка в нашем клубе Monastic Cross. В эту комплексную тренировку входит диагностика позвоночника. Наш специалист сделает вам полный анализ, полный срез вашего позвоночника. Вы узнаете, какие сегменты вашего позвоночника страдают. И каждый сегмент, он связан с каким-то органом, с какой-то системой вашего организма. Второе – это полноценная круговая тренировка, высокоинтенсивная тренировка в нашем знаменитом круге Monastic Cross, в котором вы сможете на себе испытать вот эту 30-минутную тренировку, посредством которой включается иммунная система, включаются все процессы организма на самовосстановление, в котором включается метаболизм. Кстати, после этой тренировки 24 часа метаболизм работает. И ночью, даже когда ты спите, эта тренировка, она запускает метаболические процессы, то есть происходит как бы сжигание жиров ночью. То есть вы ночью спите, а жиры, они горят. И также в этот комплексную тренировку, которую мы вам дарим, входит сауна и кнайп-терапия. Это нагревание, резкое охлаждение, посредством которого вы также стимулируете весь ваш организм к самовосстановлению и к самоисцелению. Это все входит в тот подарок, который я хочу вам подарить. Нажмите кнопку и получите свой подарок.